Вы любите яблоки? Хотите яблоко прямо сейчас? Представьте, что я вам сейчас предлагаю яблоко. Ну на, съешь яблочко. Не хотите? Вы уверены? Может, подумаете? А может, вы не любите яблоки, а любите груши? А вам это яблоко уже не предлагают, а настаивают. Неприятно, да? Так почему же парни часто навязывают свою компанию девушкам? Пытаться накормить кого-то против воли абсурдно, так почему же некоторые люди считают, что это нормально – навязывать другим свое общество? Уважающий себя человек не будет этого делать, тем более угрожать и распускать руки. Если кто-то пристает к человеку против воли – это домогательство. Это уже не флирт. Флирт – это когда двое общаются по взаимному согласию. Нет, значит нет. Скажи нет сексизму и домогательствам.